планшет у меня. Сегодня будем разбирать читает сим-карту. Думаю, слот сим-карты от того 4-го подойдет. Отверстия те же, контакты. Не знаю, сейчас разберем, посмотрим. Еще не доводилось разбирать. По-моему, прошлогодняя модель. Могу ошибаться. Но знаю точно, что модель новая сравнительно.
Да, тоже слот, тоже симридер. Что я на четвертом. Итак, сейчас заменим. Защитный экран дополнительный симридера, наверное, его оставим. Значит, на данном симридере у нас есть такие вот пазы. 4 по 2 с каждой стороны, которые нужно вставить внутрь системной платы. Вставляются отсюда и выходят отсюда с другой стороны. Поэтому сначала вставляем их.
стало. Все, проверяем под микроскопом. Удаляем флюс. Снятый сим-ридер. Здесь у нас вроде бы все в порядке, но здесь отогнанный контакт немного, и здесь одного нету, не хватает. В принципе, можно было подогнуть его, и все бы заработало, я думаю. Вот. Ну, их должно быть по два, по идее, конструктивно. Поэтому лучше, конечно, поставить новый. Этот один контакт у нас рано или поздно быстро вышел бы из строя, и пришлось бы заново менять сим-ридер. Поэтому лучше, конечно, не лениться, поставить новый. Что мы и сделали. Так, собираем телефон, планшет. На этом планшете вот эти вот пазы мешали снять системную плату. Лучше, наверное, конечно, снимать батарею, что увеличит разборку, снятие системной платы. Вот, ну или просто подогнуть их, ставить, как я и делаю.
без повреждений чего-либо. Походу дисплей. Такой интересный новый разъем. Тоже с плазами, с двумя. Вот. Еще не меняли дисплей на нем. Не приносили это первый таблет А, который принесли. Обязательно снимем видео, как только принесут разбитый. Пока что только разъем сим-карты, коаксиальный кабель вставляем в пазы. Итак, вставляем сим-карту для проверки. Стоп. Неправильно вставил. Включаем планшет. Ждем загрузки и запрос пин-кода. Ну, как видите, пин-код. Пин-код появился, все читает. Все, одеваем крышку, возвращаем клиенту. Не забудьте поставить пластики, которые мы сняли с разъема. Всем спасибо за внимание. Ядов, подписывайтесь, комментируйте. Будем реагировать по возможности. Всем спасибо, удачи в работе и до новых встреч.